Вышли. Ага. Они в этот пошли. Хорош. Вот оттуда сейчас нас прикидывают. Сань, пресижен давай туда. Пресижен. Я не могу там. А, все, могу. Саня, не забывай, что слева люди еще. Это авиаудар? Да. Твой? По-моему. Сзади, сзади. Ладно, хорош хуйней страдать. Ты это мне говоришь? Мне? Сука, бесишь. Тут был злодей, чуваки. Где-то тут был злодей. Злогей? Злогей, да. Наш вечный пиписи, да? Что, пиписи, да? Что это? Это хуёвая шутка, забей. Умерла, пока я ее произносил. Любые твои шутки в целом. Пиздец, ты неприятный, конечно. Мужчина. Мужчинка. О, чувак же. Димон, ты хули спишь, блядь? Ты че, какой? Не я рядом с тобой. Они здесь, меня видели. Одного задавнил, второй задавнил меня. Я задавнил. Да, убили. Иду к тебе. Так. Угу. Вижу, да, Димон. Ага. Я даже вижу. Вон он. Я отошел. Я вызываю на него. Давай. Я вызываю на него. Давай. Самый. Да, задавнил его. Там прям целый мы отряд поднимаем. Спускается вниз куда-то. Сломал кому-то, блядь, броню. Говно ебаное. Вот за этим деревом. Я снизу застрял, пацаны, не могу выбраться. 6 человек, так, один задавлен. Всего один отряд. Вон крыса бегает сзади. Убил, нокнул. Self-revive, возможно. Кто-то кашляет вот отсюда. Все. О-хо-хо. Блять, вот это я было последнего убил, который крался Димону в сраку. Вот здесь вот стоял чувак и крался такой тык-тык-тык-тык-тык. Вот прошла презентация Next Gen на PlayStation 5. И чё? Где Deus Ex? Asked for this. Я так больше не могу, где Адам Дженсен? Вступай в Digital Resistance и заказывай на всемайки.ру шмотку с принтом из Deus Ex, чтобы Square Enix знала, что мы хотим новую Deus Ex. Конечно, Square Enix не узнает, но мы будем гордиться нашим движением в поддержку Дженсена. А если тебе на него плевать, можешь прикупить что-нибудь другое. На всемайки.ру есть, собственно, майки, футболки, лонгсливы, штанишки, худи и вообще все необходимое. Выбирай из моря принтов, а если тебе мало, можешь нарисовать свою картинку на футболке. Все вещи делаются на территории матушки России, есть размеры даже для жербесов, до 7XL, плюс доставка в любую точку мира. Тыкай по ссылке в описании, используй персональный промокод и обмазывайся не менее персональной скидочкой в 15%. Да пошел ты, сказал, мой перс сдох. Думал, ты меня трахнешь, сука, да я сам себя трахну. Себя? По-другому в оригинале было, Костян, ну ладно. О, так, тут что-то произошло. Чувак. Блять, а ты не мог сказать, что... Я тут задавил кого-то. Снизу. Да сверху наоборот. Снизу один и сверху. Один убит. Сифорами кидаются. Ёбаный рот, неплохо. Вот. Бля, поднимите, пацаны, я сейчас кончусь. Одному броню сделал. Охуенно. Офигенно. Вниз кто-то спрыгнул. Понял. Поднимаю пока. Одного добил, походу. Да, а где еще один? Знает, внизу. Справа от тебя внизу, Сань. Да, где-то там. А, повалил, и меня тоже повалили. Там еще двоих. Ты уверен? Да. Там еще меня стреляли. Вот, да. Нокнул. Пойду Санька поднимать. Но у него, наверное, селфрейв. Броня. Да, бегай. Все. Вайп, да? За горбатую гору.
Воровать помидоры. За щекой их. Из штанов его. Из штанов, да. Мои уже посиневшие помидоры. Ебать, что за... Блять, его оттуда РПГ прилетело. Круто. Ебать, что за хуйня произошла? Вовремя бы вышли. Вот это ловушка, блять, тут организована была. Вы поняли вообще всю задумку? Да, да, что они начнут стрелять, а кто-то забежит в дом и попадет на мину. Вертолет. И с него чувак упал. На него чувак запрыгнул. А вот за парашютом ударить. Так, один выпал, я видел. Вывалил. Одним врагом меньше. Блин, это что, самолет, что ли? Вон перед нами, видите? Нет. Кабабаш. Вылезайте. Ничего просто. Бля, а что нас ебут-то? А мы не крепчаем. Где? Да, по-моему, все сдохли. Да? Этот самый, кстати, ты можешь электронную диагностику уже пройти. Есть сайт Diagnos.ru, который электронный врач, типа. Он тебе подпихивает просто симптомы. Там мой любимый вопрос, это моча цвета мясных помоев. Блять, мясные помои, это прям моя жизнь. Наша команда. Да-да-да. Такие модные кеды у Егора. Отжал у школьника. Вот это ты удачно. Хорош! И бегут тебя ебать. А чё за, блядь, Костян, ты тут? Поведай, что это за хуйня, Патреон? Это разве не херня, где всякие комхоры, блядь, себе там это фоточки публикуют? Типа эти косплеерши, блядь, голые. Конечно, и мы с Денисом нашли себе там комфортное место. Вы себя тоже, да, там голыми постите? Ну да. А люди платят, чтобы не видеть этого, я так понимаю. Там Майк Страйк. Я нажал кнопку перезаряжаться, пацаны. Ну правильно, тут же никого не могло быть больше. Ну в смысле, блять, да, мне надо было ее где-то нажать. Вот. Ой, на, я ее нажал. Сука, я тебя завалил на все. Перезаряжаться он начал. Надо же было где-то. Ну ты бы рядом еще с ним встал, по плечу похлопал и такой, я перезаряжаюсь. Подожди, я так и сделал, блять. А, сука, тайминг, блять. За мусоркой. Хорош. Уронил. Или это не твоя работа? Костяну вроде. Но я пару раз попал тоже. Он, да, его сейчас побежал. Без брони он. Все. Все, он попал. Обоих сразу? Да. Красиво. Еще. Одного задавнул. Килл конферу. Да. Где они? На мне. Ха! Он наверх поднялся к вам. Блять. Меня повалил. Где? Блять. Наверху где-то, сверху стрелял. Убил, да?
Да. Хорош.